Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале о вязании. Я продолжаю вязать игрушки. И у меня сегодня вот такой вот набор пряжи. Сейчас я вам про него расскажу более подробно и расскажу, какие игрушечки планирую связать. Здесь у меня три моточка серой пряжи. Это пряжа Alize Cotton Gold. 50-граммовый моточек 165 метров. Состав этой пряжи 55% хлопка и 45% акрила. Номер цвета 21. Следующий моточек — это пряжа Yarnart Jeans. Это 50-граммовые моточки 160 метров. Состав 55% хлопка и 45% акрила. Номер цвета 49. И еще один серый моточек. Номер цвета 46. И розовенькая пряжа джинс. Номер цвета 74. Также здесь у меня пряжа Alize Softy. 50-граммовый моточек 115 метров. Состав этой пряжи 100% микрополиэстер. И номер цвета 55. А красная пряжа — это пряжа вот такая вот Alize Cotton Gold Hobby. Номер цвета 56. И, скорее всего, вы уже догадались, какие игрушечки я буду вязать из этого набора пряжи. Да, это будут крыски и мышки. Две крыски я свяжу из вот такой вот пряжи. Номер цвета 46. Их я буду вязать по мастер-классу Олеси. Ссылочку на канал Олеси обязательно вам оставлю внизу под видео. И еще свяжу три маленькие мышки-малышки. Они будут трех разных цветов серого. Я таких мышек уже вязала. Схему описания на этих мышек оставлю вам внизу под видео. Еще я этим мышкам свяжу красненькие шарфики из вот такой вот пряжи. И сделаю им помпончики из пряжи Softy. Вот такие вот у меня планы. Я приступаю к вязанию и, конечно же, вам буду показывать все, что будет у меня получаться. Ну вот и все. Все детальки для мышек и крысок я уже связала. Как вы могли уже заметить, помимо трех сереньких мышек, у меня будет еще одна мышка-малышка белого цвета. Белая пряжа — это Alize Cotton Gold, номер цвета 55. Что я хотела вам еще сказать по поводу этих мышек? То, что я им изменила немного форму головы. Я таких мышек уже вязала, и в принципе мне все нравилось, но затылок мне казался какой-то приплюснутый. Я этим мышкам изменила ряды с убавками на затылке, и голова получилась вот такая вот кругленькая. Мне результат очень нравится. Здесь уже связаны 4 пары ушек и 4 шарфика. А здесь связаны все детальки для двух крысок по мастер-классу Олеси. Мастер-класс очень подробный, и детальки вязались очень легко. У этих крысок есть тоже маленькое изменение. Хвостики им я связала по такому принципу, как и у этих маленьких мышат. Вот. И еще носики я им связала отдельно, и они будут пришиваться уже непосредственно, когда я буду собирать и оформлять игрушечки. Вот такие вот у меня продвижения. Я приступаю к сборке и оформлению этих игрушечек, а вам буквально через секундочку покажу уже готовые работы. Игрушки у меня уже полностью готовы и оформлены. И сейчас я вам их покажу. И начну я с маленьких мышек-малышек. Это вот такие вот 4 мышки разных цветов. 3 серенькие и 1 беленькая мышка. Высота этих мышек 11 сантиметров. Глазки у них на безопасном креплении 6 миллиметров. И чтобы мордочка была более выразительна, я им вышила вот такие вот черненькие бровки. Показываю я вам этих мышат без шарфиков, чтобы вы могли посмотреть, какие они получаются.
А сейчас я вам покажу шарфики. Это вот такие вот шарфики. Вяжутся они очень легко. Набирается цепочка из воздушных петель. И в обратную сторону провязываются столбики с накидом. А по краям пришиваются вот такие вот беленькие помпончики из пряжи софти. Такие вот шарфики. Сейчас я их завяжу мышкам, чтобы они были нарядные. Так, беленькая мышка. Светло-серенькая красотка. Так. Серенькая мышка. Угу. И еще одна серенькая. Такие вот мышата. Теперь они в полном комплекте. А сейчас я вам покажу еще две игрушечки. Это две вот такие вот крыски. Спасибо большое Олесе за подробный мастер-класс на таких чудных крысят. Я вам обязательно внизу под видео оставлю ссылочку на мастер-класс. Проходите, вяжите с удовольствием. Крысята получаются действительно очень классными и очень красивыми. Они могут вот так вот самостоятельно стоять. Мои крысята получились в высоту 16 сантиметров. Это с учетом ушек. И я вам забыла сказать, что сделала изменения в глазках. Я не довязала буквально один рядочек вот этой белой основы. И мои глазки получились немного поменьше. Ну, не мои глазки, а глазки крысок. Мне очень нравятся эти игрушечки. Вот такие вот у меня готовые работы. Я сейчас быстренько смонтирую это видео, чтобы вам его показать. И приступлю к съемке мастер-класса, который я вам обещала. Это будет мастер-класс на маленького жирафика. А вам спасибо за внимание. Если вам понравились мои работы, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много интересного. Всем пока-пока!